Уважаемые друзья, от всей души поздравляю вас со столетним юбилеем нашей любимой Чувашской республики. Наш регион – особенный для России край, удивительный по красоте, богатый на национальные традиции, радушное гостеприимство и аграрные достижения. За этими успехами труд многих и многих поколений жителей республики, талантливых, целеустремленных и дружелюбных. Важно помнить, что экономическое и культурное развитие Чувашии – это весомый вклад в развитие и процветание всей страны. 100 лет – не просто памятная дата, а точка отчета для новых смелых и амбициозных преобразований. Глядя, как стремительно Чувашия развивается, шагая в ногу со временем, можно с уверенностью сказать, что впереди у нашей республики новые победы и свершения. Желаю родной Чувашии развития и процветания. А всем нам, жителям нашей республики, удачи, успехов в работе и в жизни, крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздником!